такой отставной солдат Иван Могилевцев. Он здесь первую избу построил. Хоть бы одним глазком взглянуть, что станет здесь через 150 лет. Увидев свою привокзальную слободу сегодня, Иван Могилевцев не был бы разочарован. Историю поселения на сцене ДК имени Кравцова рассказали школьники Володарского района, одного из наиболее динамично развивающихся в городе. Реконструкция сквера имени Ленина и театра «Кукол» – знаковое событие для всего Брянска. Низкий поклон вам, дорогие мои ветераны, низкий поклон вам, главы, низкий поклон всем жителям, которые активно и непосредственно участвуют в жизни района. Мы много сделали, но нам предстоит еще больше сделать. Мы будем продолжать при поддержке губернатора и правительства Брянской области благоустраивать наши территории. В зале Дворца культуры имени Кравцова ветераны, учителя, работники железной дороги. Люди, неравнодушные к судьбе района. Хотел бы вас призвать к одному, чтобы вот ваша настойчивость в ваших депутатах, ваш заинтересованный подход к развитию района, а это значит и города, все время оставался на таком уровне. Вот с таким желанием вы всегда отстаивали свои интересы. Для зрителей выступили лучшие коллективы области. Ансамбль «Бабкины внуки» поздравил жителей района с праздником русскими народными песнями.